Всем привет! Продолжение к видео «Бегущие огни», которое писал в STL, попросили написать в FBD. Сделал функцию FC1, вот она, и в ней написал вот эту программку именно в FBD. Для любителей LAT она переводится в LAT так же самое, как и в FBD. Как бы LAT мне больше нравится. Ну, изначально я делал ВБД, в принципе, она трансформируется хоть так, хоть так. Логику постарался оставить ту же, которую применяли здесь. Единственное, с кнопкой Start-Stop, здесь, конечно, здесь для переключения использовался передний фронт и переходы. Здесь мы используем ячейку памяти, которая нас запоминает проделанный нами срабатывание set при включении. Так как у нас программа выполняется, грубо говоря, слева направо и вниз, то здесь при первом включении кнопки у нас бы прошел сигнал, активировался бы set, так как он, если бы он был бы не активирован, его активировал бы. И дальше, выполняя программу, увидел же то, что сет активирован, и сам себя же бы сбросил. Поэтому применяется промежуточный бит, который нам запоминает то, что мы произвели, именно включение в данный момент времени. И блокируем функцию сброса. Так, давайте сейчас посмотрим, как это работает. Наденем очки. Это наша кнопка. Это наша команда разрешения старта работы. Вот эти move — это функции инициализации. Вот так. Это инициализация при включении. То, что мы сделали здесь. Ну, здесь можно было сетить, либо цифру забить. И обнуление счетчика. Ну, здесь я не стал обнулять счетчик, здесь я обнулил, мне кажется, более корректно его при сбросе делать. Когда при отключении режима мы его обнуляем назад. И так же самое вот при нашем отключении мы обнуляем слово смещения, обнуляем слово смещения и обнуляем счетчик. Ну, теперь посмотрим, как это работает. Нашей кнопкой B0 переведем в шаговый режим ЦПУ. Заведем кнопку. Ну, давайте сначала без кнопки вот мы идем. Ничего не происходит. Нажимаем кнопку. Кнопка удерживается. Первый цикл программы при нажатии кнопки. Собирается цепочка, так как у нас функция включения неактивна. Здесь вот по инверсии команда И проходит сигнал на активирование нашей функции бегущих огней. И записываем слово 256, слово смещения, наш меркер памяти. Это вот он. Записали сюда. Вот он равен этому значению. И активирует QB2.0. Ну, QB2.0. Условия здесь я вот подправил. Здесь мы уже не от 0 до 1, а с 2 до 3 активируем выход. И здесь у нас ячейка памяти, которая запоминает то, что прошла цепочка, срабатывание этой цепочки M7.2. И по инверсии блокирует команду доступ к команде сброса. Следующий шаг ЦПУ. Здесь уже передний фронт не дает разрешения на проход какой-либо команде. Снимание галочки тоже нам не дает никакого действия, потому что кнопка отжата. Повторно нажимаем кнопку, делаем еще один цикл. Здесь программа определяет то, что у нас кнопка уже нажата. Здесь в этой цепочке мы видим, она еще у нас
активирована. Мы прошли сначала, программа прошла сюда, опустилась вниз. Здесь мы видим, что она активна. То, что цепочка set включить, цепочка включения не активна, мы здесь проверяем. То, что она не активна. Функция включена. И производим команду отключения. Сбрасываем наш актив. Видим, здесь она уже reset, уже у нас reset сброшенный. И делаем инициализацию остановки. Обнуляем Word, ну, обнуляем наше слово памяти, и наш счетчик обнулили. Следующий шаг. Ну, у нас понятно, ничего не происходит. Сняли кнопку. Сколько ни делай, ничего не происходит. Ну, теперь включим в обычный режим, перейдем. Дальше счетчик паузы на переключение. Это у нас вот эта функция. Я нетверки так же само назвал, чтобы было все понятно. Здесь у нас, если у нас кнопка активирована, давайте сразу запустим. Если у нас активирована кнопка, раз в 100 миллисекунд происходит импульс через передний фронт, идет сложение счетчика. Счетчик постоянно здесь постоянно складывается. Вот эту функцию можно было сюда просто дальше дополнить, и при его наполнении там либо, ну, переводить его в нужное нам состояние, сбрасывать в ноль при достижении 20. Ну, я постарался сделать все, что было однотипно с этой схемой, ну, чтобы было для понимания понятно. Следующий наш этап — это производим смещение. Смещение мы производим, когда у нас прошло 2 секунды. Потому что 1 секунду надо, чтобы у нас горел сигнал, 1 секунду, чтобы он не горел. Через, получается, в сумме 2 секунды нужно произвести смещение. При этом мы здесь проверяем то, что наш счетчик, если наш счетчик больше 20, и функция смещения гнейно работает активно, тогда производится смещение. Смещение влево, Shift Left Word, это смещение слова влево. Здесь мы вставляем какое слово и насколько сделать сдвиг. Сдвиг делаем на единичку и записываем его в самого же себя. И при этом, так как мы смещение произвели, нам необходимо обнулить наш счетчик Count Time, который мы здесь постоянно складываем, чтобы счет начался заново. Здесь мы проверяем, если наше слово, наш Shift Word вышел за 0, ну, грубо говоря, наша единичка вышла из него и остался 0, тогда мы через команду move записываем в него единицу. Так, и следующая функция — это передаем значение на выход. Здесь мы просто проверяем то, что наш счетчик меньше либо равен 10. Если он меньше либо равен 10, мы наше слово выводим на выход. Он видит, получается, он видимый. Когда он зайдет за цифру 10, это, говорю, вторая секунда пойдет, по инверсии мы передаем в него 0. На QV 0 передаем 0. Вот у нас получается вот этот вот переход. То мы передаем меркер, то передаем слово. И за счет этого идет вот наше движение, вернее, мигание нашего самого галочки. Все, всем спасибо.